А вот в Одессе полиции удалось задержать сразу 25 вооруженных мужчин. По информации правоохранителей, все не местные жили в одном из хостелов, а подозрительных постояльцах в полицию сообщили бдительные граждане. Во время проверки у неизвестных обнаружили несколько десятков единиц оружия и патроны. Все официально зарегистрировано. Личности парней установили и отпустили. С какой целью они приехали в Одессу, правоохранители не сообщают. Зато местные журналисты выдвигают разные версии. По одной, ребят спортивного телосложения могли пригласить для участия в каких-то разборках в городе.